Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Если вы не успели построить планы на выходные за неделю, самое время все исправить. Давайте сделаем это вместе и прямо сейчас. Мелодичные ритмы джаза можно будет услышать в субботу в Струковском саду. Здесь начнет свою работу первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Гости выставки познакомятся с легендарными джазменами города, известными не только по всей России, но и за ее пределами, а также с самыми яркими и значимыми событиями индустрии, фестивалями и культовыми местами кристаллизации джаза. При создании выставки использовались ранее не опубликованные материалы из личных архивов музыкантов и их семей. Редкие фотографии, документы, афиши, различные награды. Также на территории парка разместятся несколько интерактивных музыкальных зон. Это значит, что и вы сможете почувствовать себя настоящим джазменом и исполнить свою музыку на барабанах и фортепиано. 20 августа состоится праздничное открытие нового арт-пространства в историческом центре города. Художественный музей дарит жителям интерактивную площадку «Музейный дворик». Новое место для знакомства, общения, открытий и обмена опытом. На этой площадке можно встретиться с единомышленниками, узнать что-то новое, приятно и с пользой провести время. Например, погрузиться в увлекательные лекции, насладиться живой музыкой, посетить выставки на свежем воздухе. А также побывать с друзьями или семьей на пикнике или кинопоказе. Церемония открытия начнется в 17:00, а уже в 17:20 откроется фотовыставка самарского фотохудожника Сергея Баранова «Жизнь в кадрах». Далее посетители смогут насладиться стихотворными строчками. В 17:30 стартует музыкально-поэтическая программа Натальи Ростовой «Нарисуй меня». А в 18:30 поэзию сменят яркие джазовые мотивы. В музейном дворике выступит Георгий Шагалов и группа «Атлантик Джаз». А завершится вечер танцевальной программой. Не пропустите! В воскресенье Литературный музей имени Максима Горького приглашает жителей города на пешеходную экскурсию «Литературная Самара». Наш город связывает между собой таких знаменитых авторов, как Максим Горький, Алексей Толстой и Василий Аксенов. Вы узнаете, в каких знаковых произведениях появляется улица Куйбышева, Струковский сад и даже пивоваренный завод. И как областная столица в 90-е стала поэтической столицей России. Начало экскурсии в 12:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что вам больше по душе, и пусть эти выходные добавятся в копилку приятных воспоминаний. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.